Здравствуйте, снова с вами распаковка. Как видим из названия посылки, здесь чехлы для телефона. Телефон Lenovo, к сожалению, не помню модель, в описании все будет. Посмотрите, открываем посылку. Слабо упаковано, конечно. Один слой пупырчатой пленочки. Тем не менее, чехлы пластиковые. Им при транспортировке мало что может нанести вред. Единственное, что, наверное, встать нужно на них, чтобы они лопнули. Вот такие три чехла. Панда на зонтике, череп и такой кот. Сейчас я все достану с пакетика, чтобы посмотреть, какие цвета. Цвета прям таки насыщенные. Рисунок структурный, то есть его можно потрогать. Это не просто изображение, а как будто гравировка раскрашенная. То есть очень такой классный, качественный чехол. Он гнется. То есть не ломкий. Вот такой котяра. Дальше. Череп. То же самое, рисунок чувствуется пальцами. И последний — панда. Панда менее заметен. Выглядит, как будто нарисован. Вот зонтик слегка упирает. А панду видно только так. Пощупать ее нельзя. Панда падает в море. Вот такие три чехла. Всем спасибо за внимание. Если вам понравилось мое видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч!